Произошла сейчас авария на Рокоссовского. У меня прямо на глазах две машины не разминулись на перекрестке. В итоге Крайслер выскочил сейчас на обочину, чуть не сбил двух ребят. Там девушка с парнем были. Вот, у таксиста, который ехал, вроде все нормально, у него сработала подушка. У девушки, которая была за рулем Крайслера, вроде тоже визуально все нормально, только кровь из носа шла. И наклейка на двери.